тоже в весеннем саду под фруктовыми деревьями, недалеко от съедобной садовой антилопы, я нашел еще какие-то интересные грибы. Они мне похожи на какую-то там гильвеллу монашку, но я не уверен, что это она, потому что там все-таки немножко иначе выглядит. Ну, особенно это касается формы шляпки. Здесь у каждого из этих грибов шляпка похожа на вот эту вот мексиканскую еду, когда вот в маленький лаваш кладут начинку. Тут уже как будто она похожа. Очень интересный весенний гриб, я таких еще не видел, впервые встречаю. Пишите в комментариях, что это за гриб, может, вы знаете. Мы пойдем пока дальше.